Добрый день, дорогие друзья. Сегодня продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. Так, на чем мы остановились в прошлый раз? В прошлый раз мы нашли ключ, сохранились. И что у нас здесь? Рычаг вентиляции и трава. Так, нам надо выкрасть некоторые вещи. Пистолетных патронов у нас нет, есть только патроны для дробовика. Две светошумовые, два ключа. И одна хилка, нормально. Дробовик можно перезарядить сразу. Открываем. Переводим воду, тушим пожарный вертолет. Ага. Траву забираем. И здесь вроде бы у нас все. И на этом моменте у нас все идет. Надо подняться по лестнице. Мне интересно, здесь всегда идет дождь? Или он прекращается вообще когда-то? Так, а тут мы все нашли? Тут мы... Нет, тут мы не все нашли. Или это из-за рычага вентиляции? Сука, мы сюда не можем пройти никак, да? Ну да. Подожди, дверь была открыта. А зачем мы... Подождите, а зачем мы тушили вертолет? Если дверь была открыта. А зачем? А для чего? Блять. Какой-то страшный звук. Нахуй надо. Срань господня! Ебать. Дядя, идите. Что, в смысле? Я думал, ты вертолет уберешь. Нет? 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 Ну и ладно. В принципе, он не особо умный. Так что не так страшно. Но вот зомби на пути будут, это помех будет. Отсюда мы куда можем? Мы... Подожди. В эту стену, если мы выйдем на запасной выход или куда? Или, по-моему, сюда нельзя пройти никак. Короче, сейчас идем туда в офис шефа. Проходим сюда, сюда, сюда и попадаем в офис шефа. Отлично. У нас просто марафонные бега. Главное, чтобы по пути не встретился какой-нибудь лизон, а то это будет пиздец. Он где-то там шагает. Блять, я думал, он сейчас с этой двери выйдет уже. До офиса шефа нам прямо и налево. Супер, very good. Отлично. Блять, сука, это не тот ключ. А куда мне тогда? В офис шефа мы не можем попасть. Может, в подвал? А на третьем этаже у нас трава. Выход сюда и выход в холл. А на втором этаже у нас что находится у нас? Особо ничего такого и не находится-то, конечно. На первый этаж. Скорее всего, нам нужно в подвал попасть. Подожди, а где комната сейва была? Мы на втором этаже. Странно, он за нами... Да блять. Он за нами перестал идти. Сейчас карта не так. Вот сука. Для пиздец. Ага. Ага, и он сюда идет. Классно, нас зажали в тупике. Заебись. Этот ключ, он вроде только нужен, по идее, для этой двери, да? Нет, еще какая-то дверь открывается. Интересно, он туда зайдет или нет? Так, отлично, он сюда не заходит. Потому что я не слышу его шагов. Записка. Нет, я слышу его шаги. Но по идее он сюда не должен зайти. А где цветная пленка? Где ее проебать успел? Супер. Плюс два к сохранению. Здесь у нас шкатулка, наконец-то, в которую нужно... В которую нам нужно будет ставить камень. Отлично. А мы, как назло, с собой не взяли камень. А, хорошо. Бля, что это за шаг был? Как-то странный шаг был, конечно, но ладно. Так,
Флешка. Сохранка. Ты еще в этой комнате. Открой карту. Порох. Записка, отлично. Ключ. Ключи. Отчет о конфискации. Так. Место. Комната ожидания, второй этаж, ПРС. Причина конфискации. В обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения офицера он попытался... Блять, он что, дверь открыл? Прикинуться растерянным, но был задержан. При нем была найдена записка. Замечание. Мужчина хорошо нам знаком. Это Джастин Ханнес, 39 лет. Житель города Холост. А, типа житель города этого? Я думал, житель города Холост. Так, не раз оказывался за решеткой. Нельзя сказать, что он последний негодяй. Просто ярый клептоман. Хотя попытка что-то стырить из полицейского участка, это что-то новенькое. Так. В пластиковом пакете лежит бумажка. Ага, 6 налево, 2 направо, 11 сюда. Комната как... За, блядь, заебали они меня ходить уже? А, мы... Я понял, куда мы спустились. Хорошо. Комната конфискации... Подожди, я... Вот сейчас не понял, может, комната ожидания, это и есть комната конфискаций? А, да, блин, место. Комната ожидания, все, понял. Дурак. Ай, порох. А где он топает? Выйдем мы сейчас, поднимемся на второй этаж. У нас есть как вариант, в принципе, убежать на третий этаж от него, либо сразу двинуть сюда. Либо двинуть кони. Одно из двух. Давайте попробуем зайти в комнату ожидания все-таки. Блять, это пизда, братья где-то надо мной ходят. Дядя, сюда спустишься? Иди в жопу. Как он заеб... Еще и бежит. Бежит пес. Ага. Переиграл и уничтожил. Ты-то сюда не попадешь? Хотя я, конечно, в этом не уверен. Но я так понял, теперь будут люто душить и не выпускать нас оттуда. С этого квадрата. А, так. И вообще, как... Подождите, как используется эту шумовую? По-моему, пробел надо сжать. Да, все, супер. А где мы можем с ним вообще разойтись? Бля, я порой не понимаю, как он мне находит просто. У него... На мне что, блядь, GPS-маячок или что? Лежишь, вот и лежи. Так, он наверху. Судя по шагам, он был наверху. Значит, бежим по Шурику в комнату ожидания. Ебать, что это? Что так дробовик достал? Забегаем сюда. Какой код? 6 слева, 2 направо и 11. 6 слева, 2 направо и 11. 6 влево, 2 направо и 11. Ебать, музыка, сука, я 12 сделал. На который? Так, 6 влево, 2 направо и 11 налево. Тульный торбос Матильда. Ха-ха-ха-ха. Подожди, это не для дробовика случаем? Ладно, просто бежим, пока мы сохранимся. Откроем шкатулку. Он же не должен здесь ходить. По идее, он в сейф-зону не, он в сейф-зону не должен попадать. Вот тишина и покой. Нашу спящую красавицу мы пока не будем трогать. Да ебать, что за просадки. Супер, мы добежали до шкафчика. Отлично, мы можем вот это хранить. Спрей пока можем тоже похоронить. На этом же месте.
Вот это вот достать. Объединить. С вот этим вот сразу объединить, открыть. И что у нас здесь? Отлично, жетончик. Так, блять, что нам нужен? Жетон нам нужен. Ага, этот пистолет называется Матильда. Давайте пока вот это вот скинем. Вот это вот сделаем вот так. Похранимся. А одну оставим. Хотя, блядь, мы не так давно сохранились. Я не знаю, зачем это было сделано. Это явно было лишним. Мы можем взять вот это вот так. Вот это объединить. И у нас получится патрон для дробовика. Блядь. И у нас получится патрон для дробовика. Все, супер. Плюс 3 патрона к дробовику. Так, все, супер. Куда нам надо? Забираем вот здесь, значит, дульный тормоз. Ключ с червями, у нас ключа нету. Что, как вариант там пройтись вот здесь все, блутать? И выйти тоже в холл наверх. Там пойдем сюда, на часовую башню попадем. Либо. Что это? А, вот сюда мы вставим чип. Либо как вариант еще улучшение снизу забрать. Тоже нужна флешка будет. Ладно, херачим. Ёп! Блять. Усёль! Уйди отсюда. А в смысле мы в подвал не можем попасть? Марвин! О нет! Черт! А вот тут я уже прикола не понял. Типа лифт одноразовый был или чё? Или кто? Или зачем? Не застревай, прошу тебя, Леончик. Не время застревать. А то будет потом продолжение, как на желто-оранжевом ютюбе. Нам этого сейчас не надо. Так, здесь у нас вроде все облутано, да. Поднимаемся на третий. Заходим сюда. А он, сука, все не отстает от нас. Блять, он быстрый. Он умный. Наверное, но это не точно. Сука. Ай, я потерялся. Да. Блять. Я прям как чувствовал, вовремя сохранился. Так, подождите. А здесь еще есть выход, да? Да, ебать, колотить. Просто пробежимся два круга, ничего страшного. Бывает с каждым. И сюда нужен ключ. Замечательно, мы хоть знаем, что сюда нужен ключ. И по съебам. Ноги в руки и по съебам. Получается, сюда ключ нужен, сюда дверь закрыта. Здесь у нас осталась только трава. Травку мы заберем потом. Тогда что у нас сейчас по задачам? Здесь в холле мы что-то не нашли. Здесь у нас нож, здесь пистолет. В офис Старс нам нужно. А как нам сюда попасть? Ага, ага, бубновая дверь. У нас бубновый ключ. Значит, сейчас выбегаем отсюда, перебегаем на ту сторону, в библиотеку. В зону отдыха. В зоне отдыха мы что-то не сделали. И в прачечную. Все, very good. План построен. Надо перезарядиться. Возможно, нужно было бы еще скинуть пару шмоток, потому что у нас по шмоткам сейчас перегруз. Наверное, так и сделаем. Заходим сюда. Сюда. Отлично. Как мне нравится, когда его шагов не слышно. Блять, Марвин, твою мать. Ну, бро. Ну, зачем? Я покончу с этим, лейтенант. Обещаю. Или с нами покончат. В принципе, тоже неплохой вариант. Вообще, пистолет, блядь, у нас какой-то пулемет уже собирается.
нас 4 патрона. Но я думаю, 4 патрона и одна светошумовая. И одной светошумовой нам хватит. Так, пойдемте, пока этот придурок не пришел. А, вон он, дятел. Идет. Нихуя себе. Нихуя себе. Ля какой, обойти решил. Он думал меня переиграть. Нахер там плавал. Так, сюда. Заходим. В библиотеке не задерживаемся, хоть у нас и резкая просадка кадров до 26. Так, а здесь мы что не сделали? Загадку решили. А, увидел. Что это? Порох. Все? Мы не подограли. Не... Да блять, что за посадки? Порох сразу. Сразу хватаем порох. Ай, блин, патрон для пистолета. Это что? О, открываем инвентарь. А, ключ выбрасываем. А теперь начинаем играть снова-таки в игру. Так, как там было? Ага, ага. Ага, ага. Не ага. 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 Ага, ага. Ага, ага. Ага, супер. Не супер. Это. Вот это. Вот это. Вот это. О, просто наугад. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Отлично, открываем сейф. Отлично, у нас есть кнопочка. По прачке у нас... Все, прачка зачищена, просто бежим в офис. Просто на мужика вылетаем и бежим в офис. Почему-то я, у меня была мысль, что на идее сейчас он выйдет... По идее он сейчас выйдет спереди. Но этого не произошло. И слава тебе яйцам. Используем флешку. Ай, ухачешься. И использовать... Угу. Блять, ебаный писк. А здесь у нас остается флешка. Здесь у нас револьвер. С 3 патронами, но сейчас мы его использовать, конечно же, не будем. Так. Классным ребятам из Старс. Ну как вы там, в старом сыром участке? Еще не прогнулись под старый аэр... Под старину аэр... Айронса? Как у меня дела? Я только за... До свиданки с горячей цыпой. Я думаю, не стоит объяснять, чем мы там занимались под ее громадным зонтиком. Европа отличное место, одного месяца не хватает даже. И на сотую ее часть, может быть, я продлю отпуск еще на полгода. Барри, даже не думай о том, чтобы приехать ко мне. Ты же не хочешь, чтобы дамочки плакали, да? Так что оставь их мне. Джилл, если будешь общаться с Клэр, скажи ей, что все отлично. Крис Редфилд. Ага. Крис Редфилд. По-моему, здесь только остается у нас флешка. Забрав флешку, у нас должна быть комната чистая. Отлично. В душевой у нас не открытый дисковый замок, но мы пароль еще не нашли. Так, в библиотеке лестница. Но нам нужен рычаг. Что у нас по ключам вообще есть? У нас есть зеленый ключ. А куда он нам нужен? Третий этаж? Нет, зеленый ключ пока мне не нужен. Может, первый этаж? Угу. Значит, сейчас тогда бежим сюда. Сбрасываем вещи. Забегаем в пульт с кнопочкой. Вроде у нас пленка есть. Проявляем пленку. Здесь у нас опять... Ага, значит, здесь был червовый ключ. Забираем червовый ключ. Но я думаю, будет безопаснее пройти отсюда вот сюда, чем вот этот вот весь коридор пробегать. Угу. Пульт шкафчиков, хорошо. У нас вроде последняя недостающая кнопка. Так.
На втором этаже у нас библиотека. Офис шефа. Цветошка. Ну ладно, пойдемте тогда. Есть хоть светошумовая? Есть, отлично, светошумовая есть. Есть револьвер. Есть дигель. Дигл, дигл, есть. Отлично, сейчас самое главное добежать до ступенек, чтобы... Блять, не дергайся, пожалуйста. Все, все, бежим в сейф комнату. А ты, блядь, здесь откуда вам? Все, супер, мы в сейф комнате. Блять, кто это зарычал в сейф комнате? Мне показалось. Мне показалось, что водите в комнате с проявлением пленки, здесь что-то про... Шкафчик на третьем этаже, CDM. 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 Он бегает у нас где-то сверху. У нас есть кнопка, флешка. Что у нас еще есть? Из сюжетных предметов. Кнопка, флешка. Все, больше ничего у нас нет из сюжетных предметов. Синяя трава. Деталь устройства. Подождите, я забыла, как нам в подвал-то спускаться на парковку? Изолятор. Вот в изоляторе у нас незаконченные дела. По ступенькам на первый этаж. В котельню. Мы попадаем в котельню. Нет, котельня это на улице у нас идет. Мы попадаем сюда. По идее. Прачечная. Блять, я запутался. Как нам туда попасть? Крыша. Ладно, хуй с ним, потом разберемся. Сейчас что, сейчас просто... Блять, он на ступеньках. Блять, такой звук, будто вот здесь лизун сидит. Я не могу, это пиздец напрягает. У нас слишком много предметов. Давайте флешку берем, она пока не скоро нам понадобится. Пистолет мы перезарядим. Желательно перезарядить его до максимума. Потому что с дробовиком... С дробовиком чувствуешь себя уверенно, конечно. А, мы можем дигл еще скинуть. Он примерно вот там ходит. Возможно, он тут лизун соспамнился, и поэтому мы его просто слышим. Блять, он просто над нами ходит. Да ёпти. Блять, я Ванга. Я Ванга нахуй. Уйди в жопу. А где? Он же заорал. Блять. Ебать. Как больно-то, а? Там титан? Там нет титана. Фу. Фу. Уйди. Не тронь. Сука. Ага. Угу. Есть еще что-то светошумовое? Нет, давайте дигель возьмем все-таки. Потому что, блядь, две хилки на этого мудозвона. Она еще не полностью... Пиздец, она еще не полностью отхилила. Мразота. Мешок? Он... Эта тварь не сдохла с двух патронов дигла, а? Серьезно? Где ты, тварь? Давай. Наконец-то она сдохла. Этот мутозвон все там топает и топает. А че у нас больше хилки-то нету? Есть лечебный спрей. Есть лечебный спрей. Но хули толку от него, если честно. Давайте возьмем боевой нож.
Пленку тратить жалко, если честно. Блять, такой звук пошел, будто он за мной бегает сейчас. Они мне вообще сейчас продохнуть не дают. Конечно, подтвердить. Что у нас там по шкафчикам? Какие закрыты? 103-й. Сразу 103-й открываем. Хорошо. Назад. Ой, отмена. Забираем нож. Теперь у нас два ножа. И, по-моему, еще 203-й был закрытый. В 203-м у нас был подсумок. Да, в 203-м был подсумок, супер. Да что за лагульки? О, плюс подсумок. Вот это отлично уже. Very good. Подсумочек. Yes. Хорошо, по карте чекнем, у нас здесь все. Да, все, комната залутана. Вот теперь, я считаю, можно сохраниться и будет зайти сюда. Здесь, по идее, у нас должна быть пленка. Надеюсь. Если ее не будет, я буду плакать. Тьфу ты, блять. Здрасте, дядя. Было бы обидно, если бы он пошел в эту сторону, откуда я вышел. Как он вообще вмещается в эту дверь? Супер, достаем цветную пленку. Блять, иди зум, с 3 патронов ди глаз сдох, это пиздец. И сохраняем все здесь. А что у нас по сюжетным предметам? По сюжетным предметам у нас все грустно. У нас только один ключ. У нас только один ключ. И на первом этаже, да, мы все почти облутали. Второй этаж, что у нас библиотека. На 3-м этаже был у нас CDM шкафчик. Отлично. Здесь у нас вроде только доска осталась. А за CDM потом сходим. Сейчас у нас на 2-м этаже, у нас левое крыло все облутано, кроме офиса шефа. Блять, ну как-то же можно было попасть в канализацию, я не помню зачем. Но мы попадем. Нам же еще нужно будет сюда попасть. Подожди. А здесь нам что для выхода требуется? Считыватель. По-моему, пропуск. Да, панель управления мы откроем и выйдем. Здесь запертая дверь, которая потом откроется. Ладно, пока мы наш маршрут продолжим как? Выбегаем налево, в западный офис, в холл и через приемную. Какая комната? Комната записей. Супер. Один патрон для дробовика и 24 для пистолета. И без хилки. Ага. Куда же, блядь, без хилки-то идти? Берем спрей и погнали. Ой, не погнали. Отмена. Отмена плана. Пусть он поднимется наверх. У него такие шаги, блин, как будто он прям по комнате ходит. Пытается меня выгнать. Все, побежали. Лежи, сука. Да ёб твою мать, ты ж наверх ушел. Что ты здесь делаешь? Иди в жопу. Идет он, блядь, в проходе. Я думал, он сейчас сюда уже зайдет. Пусть пиздует наверх. Что он, зачем он туда пошел? Чем, блядь, там надо было? Кстати, что по настройкам у нас? Почему у нас просадки? Окей. Все ж нормально. Так. У нас сейчас все грустно по хп. Давайте, попытка номер 2. Нам бы еще в дверь вписываться научиться нормально. И он опять здесь, да? Нет, он не здесь. Просто бежим, не останавливаемся. Он бежит за нами, я уверен.
Я уверен в этом, просто бежим. Ловим просадку FPS. Все 4 кадра. Ебать, ты кто там, блядь? Ты что так орёшь? Опять лизун. Опять лизун. Опять лизун, блядь. Откуда они понавылазили? Просто бежим. Сука, ты что здесь мудозвонца спавнился? Минус спина. Просто открываем дверь. Просто открываем дверь, заходим сюда. Без лишних вопросов. Нет, так... Залетаем. Есть, Отлично, супер, две сохранки. Пизду, блядь, проклятый коридор просто нахуй. И эта тварь открыла дверь. Там граната. Здрасте, нахуй. И что, где? А, это не эта тварь. А, он сдох. Граната, супер, ключ нам больше не нужен. И нам к лизуну нужно без хп. Как вариант, можно, чтобы избежать конфликта с лизуном. Он должен быть здесь, надеюсь. Мы можем пробежать прямо, но тогда мы встретим. Мы встретим зомби много. У нас есть граната, есть пистолет-автомат. Наша задача не повстречать лизуна. Ножи у нас есть, это не страшно. Мы просто всаживаем ножами, отбиваемся. Все, бежим, не стоим. Просто не стоим. Главное не стоять. И, блин. Сука. Пес. Вот же псина. Хорошо, берем спрей. Блять, можешь... Громовой ястреб, подожди. 50Е. А почему написано, что он для револьвера, хотя у нас дигл? Схуя ли это револьвер? Хорошо, перезарядим дигл. Блять! Иди! Нихуя себе, он стоит здесь ждет. Он что, охуель? Он охуель. Он прям очень сильно охуель. Стоит, блядь, здесь ждет. Нихуя себе. Ай, иди ты нахуй. Я сейчас на третий этаж вообще пойду обижусь. Не ай, бля, не надо мне тут. Там было CDM или DMC. И, блядь, сидеть он уже ходит. Пиздец. С. Блядь, вот он С. Д. М. ДМЦ, по-моему, было, да? Значит. ПП. А, да, ДЦМ. ДЦМ, все. ДЦМ. О, патроны для дигла. А он что, по ступенькам поднимается? Я просто не понимаю, как он ходит.
Что здесь у нас там нужно? Дисковый замок. Я не знаю, как его открыть. Прачечная. Хорошо, я так полагаю, нам нужно будет найти ту штуку, потом прийти уже в библиотеку. Зачем нам в библиотеку, чтобы выйти на третий этаж? Все, я основательно... Блять! Я основательно настроен, чтобы разъебать лизуна просто. В жесткую. Ты дебил! Ты, блять, что здесь делаешь? Иди нахуй! Сука! Скример ебучий, блять! Стоит он у двери, блять, стоит при... Сука, пристал в уголке, тварь. Пёс, блять. Сина. Я не понимаю, что мне так поле лагает. Давай, ори, полудурочный. Хуй я на тебя ложил. Сиди там, блядь, дальше, дебила кусок. Ебать, десантировался. Просто забегаем сюда. Берем гранату, выбегаем, кричим Аллах Акбар, они разбегаются, и все окей. Так, ключ мы можем сразу выкинуть. Сука страшная. Возьми каку. Просто бежим сюда. Это их сразу хэндшот вешаем, чтоб нас не кусало. Бежим, блять, дальше. Он бежит за нами, супер. До этого уёбка игнорируем. Если игнорировать проблему, то ее не будет. Пробегаем сюда. Забегаем. Ебать, еще один лизун, иди нахуй. Блять, ты-то здесь нахуй откуда взялся? Ёбаные лизуны, сука. Как вы так быстро размножаетесь, твари? Блять, одного только на этом месте убил, уже, блять, второй появился. Я хуею. Блять, вы что, одноклеточные или что? Надо сохраниться. Это был опасный маневр. Так, патроны для револьвера похороним. Похороним. Пробовик, я думаю, можно пока месть убрать. Вот это можно тоже убрать. Посмотрим, где мы находимся по карте. По карте. Как нам вообще нужно будет в библиотеку лучше всего попасть? Здесь у нас все синее, это супер. Это very good. Комнату допроса, ключ черви. Хорошо, библиотека у нас на втором этаже. Мы можем выйти в нее, попасть через холл. Либо дать полукруг через офис Старс. Но я думаю, блять, самое короткое будет это пройти через холл просто и подняться вот сюда и зайти такой, типа, а-ля салам алейкум. Сюда мы не смогли выйти, потому что эта дверь закрыта, и в библиотеке на третий этаж мы не можем попасть, потому что вот здесь разрыв. Разрыв. Здесь лестница есть, мы сюда можем забежать? А в чем проблема здесь пройти? Или здесь мост сломается, по-моему? Здесь у нас доска. Блять, доску однозначно нам стоит забрать. Блять, вот без доски нам никуда. Здесь у нас дисковый замок. Хорошо. Тогда и пиздуем, наверное, через западный офис, через холл и в библиотеку. Вот здесь он где-то ходит. Ебать, ты шустрый. Сука, таракан ебучий. Так, подожди, мы, по-моему, через второй этаж можем попасть. Нет. Да. Нет. Да. Или мы... нет, третий этаж, да, через третий этаж сейчас пройдем. Заберем вот эту одну доску. Самый ценный лут в игре вообще эти доски. Блять, ёбаный лизун. Как он нахуй там оказался? Что он, блядь, там делал? И здесь лизун. Три патрона в лизуна. Второй лизун, иди нахуй!
Сука, жизнь меня к такому не готовила. Все, здесь у нас была только доска. Жизнь двум лизунам сразу меня в этой комнате, блядь, не готовила. Уйди, животное, блядь, остановись. Стучара. У меня, блядь, инфаркт чуть не случился. Ёбаный лизун. Бежим прямо. Ну, по идее, под нами пол сломается, если мы побежим прямо. В часовую башню можем попасть. Моём, умеем, практикуем. Ебать! Блядь, ты мудозвон. А я могу вот так. А где он? А куда он делся? Подожди. А где пол сломается? Блять. Вовремя, конечно, спросил. Все понятно. Да вы совсем... Ебать! Полудурочный здесь! Просто в холл. А что мы здесь не подобрали? Может, что-то важное или что мы не подбираем? Полудурочный отвянь. Отвянь полудурочный. А куда он делся? А, вот он. Ну да, чтоб он еще и отстал. Блять. У нас ни хила, нихуя нету. Может, где-то зеленую траву проебал. Сгонять за ней. В первом этаже все залутано. В подвале. Подвал, блядь, это подвал. Там морг у нас. Там у нас нихуя нету. Кроме изолятора. На третьем этаже у нас есть травка синяя. Но хуя она нам не поможет. Этот мудак еще, блядь, тоже вышел из своей комнаты. Сидел бы, никого не трогал. Класс. То есть ты хочешь сказать, что... Блять. Так, куда мы сейчас выйдем отсюда? Угу. Тогда лучше уже подняться на третий этаж. И что нам сделать? Нам нужно передвинуть две штуки аж, вроде бы. Так как мы без хилки, мы поднимаемся на третий этаж. Только он еще и в библиотеке ходит. Здесь у нас еще один пиздюк-зомби. На втором этаже, надеюсь, все залутано, кроме боевого ножа. Ну да, боевой нож меня сейчас, блядь, так спасет. Это пиздюль вонеже. Пускайся ли он? Так, подожди. Просто... Да нахуй... Дай, блядь! Давай, еще один рывок. Пожалуйста, бросай капу. Ладно. Сука, небезопасно. Хорошо, рычаг, это у нас что, где мы сохранились? Здесь мы все облутали. Мы зашли просто сюда. И забрали деревянную доску. Ага, так, граната все есть, сохранялка есть у нас. Давайте, знаете, как попробуем? Давайте дигл не будем оставлять, дробовик не будем оставлять. Только сохранялку сбросим. Нам нужна будет полная амуниция против него. Так. Выходим в холл. И идем... Блядь, сейчас сосун будет же опять. Я же что и ушел тогда, мы же пиздюлет сосуна получили. Но хилки у нас нет, по идее. Хилки у нас нет, вот. Но есть дигель.
идут оба два. В принципе, мне бы сосуна гранатой шотнуть было бы хорошо. Нам надо выбрать его, а не нож, чтобы когда он на нас напал, мы использовали гранату в рот ему засунули. Может, он наверх уйдет? Его-то обижать была бы не проблема. Да ёб твою мать! Хватит у двери стоять. Ага, он нас не отпускает. Он не хочет нас отпускать домой. Страшно. Ага, здесь патроны лежат у нас. Для дробовика, надеюсь, нет. Для пистолета. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Блять, как он меня находит? Я не понимаю. А, да? Сразу шотаем. Сразу жирного шотаем. И этого сразу шотаем. Хорошо. Да, блядь, надо удерживать. Раз, перекат. И два давай. Давай, давай, Леон, молодец. Я понимаю, что тяжело. Третий, хорошо. И еще один нужно перекатить. Тоже раз перекат. Молодец, Леон. Давай, еще один перевод. Вообще. А, еще один. Давай, последний рывок. Я понимаю, Леон. Вообще красавчик, молодец. Я бы тебя поцеловал, но боюсь, меня вырвет, конечно. Ну, так, 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 так. Где-то нож. У него нож. Все, револьвер больше не тратим. Так, падать мы не будем. Блять, заебали эти скрипы уже. На втором этаже, да, все, холл, отлично. Холл у нас за лутом тоже, у нас осталась библиотека на втором этаже. Мы что-то проебали? Или мы упасть забыли просто? Или мы, сука, еще четвертый надо двигать, да? Да, блять, перепрыгнешь ты? Нет, не перепрыгнет он. Давай, раз. Давай два. Давай за маму. Три. Видишь, Титан тебя любит, он тоже к тебе пришел. Он пришел тебя поддержать, Леон. Он нас спалил. Он реагирует на шум или что, блять? Я не понимаю. Как оно работает? Как оно работает? Подскажите мне. Почему он хотел уйти, но потом резко вдруг передумал? И что мы, блядь, не делали на втором этаже этой ебаной библиотеки? Кстати, мне вот интересно, если сам пойдет по этим доскам, он ебанется или нет? Или у него там по скрипту просто не ходить? Просто бежим. Просто бежим. Там на чем-нибудь есть? В конце нету, отлично.
Ой, хилочка. Блять! Уйди, дебил! А где я ключ проебал? Подождите. Подождите-ка. А где я ключ серьезно проебал? И открыл ли я ящик? Где ж... Я ж... Подожди. Я запутался. Здесь и дверь у нас. Здесь у нас запертая дверь. Третий этаж. На третьем этаже мы дверь открыли. Хорошо, бежим дальше просто. Просто бежим. Пол у нас залутан, это все супер. У нас есть хилка. Но нам нужно открыть путь к отступлению. Да открой, блять! Отлично, супер, мы открыли путь к отступлению. Просто берем траву. Объединить. Комната. Комната не полностью залутана. Так, хорошо. Мы снова делаем свои вот эти вот мутные движения, смутные, короче. Вот умутим. Просто делаем, блядь, круг. Круг почета. Все, идем в библиотеку. Вот, кстати, вот, может здесь оглянуть в ящик, может мы... Может я выклус... Может я выложил ключ? Вот, блядь, холл в этом месте пиздец лагает. Это прям аномальная зона. Нет, я ключ не выкладывал. Значит, он у меня удалился. Или я его удалил. Западный офис. Но нам нужно в библиотеку. Библиотека. Так, хорошо. Заходим сюда. Вот и что мы здесь не взяли. Нож подобрали. Может, что-то где-то на столе лежит? Да вроде нет. По полочкам тоже ничего нету. Здесь мы что-то не прочитали? Нет. Может, где-то здесь лежало что-то? Нет. Может, этот куст мы не подобрали? Нет. А что тогда? Серьезно, а почему на красном отмечено? Может, провалиться надо, типа? Теперь будет, может, синенькое? Нет. А что не так? Я серьезно не могу врубиться. Блять. Что не так? Что не так? Ладно, мне видимо, не дано понять, я тупой слишком. Что я, блядь, здесь забыл? Почему она не синяя? Хорошо. Нужна шестеренка. План ремонта. Так. Часовая башня в западной части полицейского участка. Ввиду высокой исторической ценности колокола, мне пришлось доверить его ремонт специалисту. Подробностям поделюсь, когда он прибудет. А пока просто закреплю колокол, потому что хомут вот-вот порвется. Ну, я так понимаю, специалист до колокола не дошел. Судя по всему. Так, сюда нужна шестеренка. Шестерня нам нужна. А что я, блядь, где я не взял? Блядь, что здесь надо, я не понимаю.
Ну-ка, третий этаж. Вот сюда нам надо. Тут у нас что? Еще одна шестеренка нужна. Я ж надеюсь, он сюда зайти не может. Я надеюсь, сейчас никаких лизунов, блядь, не будет. Как обычно бывает. Понападают сейчас нахуй с неба со всех сторон. Вроде тихо, вроде спокойно. Вроде очко жалость. Серьезно? Ради большого пороха? Серьезно? Это что, шутка какая-то? Ай, так. Так. Или может типа у нас типа вот здесь вот проход не открытый на втором этаже. Подожди. Ну да, на второй этаж же это должно быть выходить. Или на третий? На третий. Да блять, я не понимаю. Библиотека. Хорошо, на первом этаже у нас все зеленое просто в максимум. Край. В подвале у нас только зона инспектора осталась. Сюда мы пройдем. Что мы здесь? Может здесь? Восточная кладовая? Или где? Или что? Червовый ключ. Может реально где-то в кладовой лежит? Ну ибо я не знаю, типа раз шестеренка. Здесь нигде прийти не можем. Так. Как нам выше подняться здесь? Большой порох. Раз, два, загадка. Нихуя к этим загадкам нету. Скорее всего, оно здесь. Я так полагаю, вот здесь. А больше у меня предположений нету, где-то может быть. Здесь только библиотека не залутана. Здесь все через офис шефа проходится. Первый этаж весь обрыскан. Ебать, Чунга-Чанга, ты еще живой. Ну и хуй с тобой. А что за будка, как будто за мной титан бежит? Вот это вот я не понял. Вон она, шестерня, раз. Возьми ее. Блять, да просто возьми ты шестерню. А, вау. Хорошо. Синяя комната, отлично, супер. It's nice, it's very good. Нам туда больше не нужно. Сука, ты же упал. Этот мудак был похож на летуна. А, вот как оно открывается. Путь наверх. Подожди, а где? Я понимаю, ты можешь штуку забрать. Ну да. А где оно? А! Ясно.
Но сюда мы ее использовать явно не можем. Малая шестерня. Так, а сюда нам нужно снова большую ставить. Хорошо, часовая башня. Туда вставляем малую шестерню, я так понял. Ну, я не так понял, я так знаю. Супер. Пошло-поехало. Не, ну вот этого вот Титан явно не слышал. Тут он такой, да не... Мне не пришлось писать рапорт. Ну да, в такой обстановке главное, чтобы не пришлось писать рапорт, точно. Точно, это самое важное. Хорошо, супер. Плюс одна деталь устройства. Типа, чё пугает так меня, сука?